Республиканский спортивный челлендж «Другой ты» поддержала и молодежь Уральска. Речь идет об открытых тренировках на протяжении 21 дня. Акция проводится, чтобы сделать здоровый образ жизни более популярным. Группа молодых предпринимателей, спортсменов, общественных деятелей и просто активной молодежи начинает день с пробежки, купания и тренировок в парке. С каждым днем группа становится больше. На призыв ребят в социальных сетях откликаются даже пенсионеры. Организаторы на своем примере хотят мотивировать людей заниматься спортом, становиться сильнее и добиваться своих целей. К слову, продолжают тренировки они намерены и после завершения акции. Напомню, спортивную инициативу поддержал глава государства, записавший видеообращение к казахстанцам. В нем он отметил, что здоровый человек – это успешный и счастливый человек.